держим боя криком за своих, давай, ура, вперед, замочим их, вперед в мочи, ура, давай, кроши, а шлем умей рубцой его души. Стоял, и ровно через месяц жены взял. О, зритель, радуйся, закончилось сражение, но живы все, ведь это представление. Давайте хлопать всем артистам, бойцам, актерам и статистам! А теперь оцепление может быть свободным. Зритель может подойти к рыцарям, пообщаться, посмотреть на доспехи и сфотографироваться. Удачи вам, радости и добра! И до новых встреч в Судаке на ежегодном фестивале «Кенетский шлем»! Примерно вот таким вот развеселым образом вся самый активный период 18-го рыцарского фестиваля «Кенетский шлем» в городе Судак 4 августа 2018 года. Наши пацаны отстояли город. Ура!